не было ни в одной армии мира. Брестская крепость. Не было Сталинграда ни у кого. Слова, умирая, но не сдаюсь, кровью написаны только на русском языке. Ни на одном, никогда никто этого не писал. Это огромная отличие. Это то, чего дает силу России. Так что не будут они никогда воевать до смерти. Не бывает этого. В России это было. И не раз, и доказано.